Привет, ребят. Сегодня я покажу, расскажу то, что вчера мне рассказал. Суетился, не торопился, ошибок много понаделал. Сейчас я покажу, как вот такие делать перекрестья. Как правильно их делать. Для того, чтобы их сделать, тут сложного, оказывается, нет ничего. С любыми рельсами работает. А все делается просто. Итак, выбираем нужные нам рельсы, любые, из наших, из отечественных, для примера. Нам главное что? Чтобы они лежали у нас ровно. Вот как желтеньким подсвечивается, вот так и должно быть. Вот, чтобы они вот так, ну, сейчас подальше отъедут, места не хватает. Так, и вот они должны быть у вас параллельно друг другу, ровно-ровно. Все. Что делаем дальше? Запоминаем. Бетон 0,6, то, что мы положили. Теперь, хотя можем, сейчас попробуем. Нам нужна одна. Теперь берем вот этот, нажимаем на переход. Сейчас, секундочку. Нажимаем переход. Видите, появилась красная полосочка. Сейчас еще раз покажу. Нажимаем переход. Выбираем то, что мы клали. Вот подсветочка появилась, красная полоска. Это значит, что вы можете сделать переезд, перекрестие такое. Сейчас покажу. Ставим. И теперь аккуратненько вот так подгоняем все это дело. И жмем. Отлично. И теперь у нас появилась только одна, да? Чтобы у нас появилось их 4, нам нужно нажать на вот этот квадратик. Нажимаем. Все. У нас 4 теперь. Теперь есть разъезд. Вот такой вот, в виде крестообразный. Ну а сигналки мы поговорим чуть попозже. Потому что я еще сам в этом не разобрался. И чтобы не вводить вас в заблуждение, чтобы побольше конкретики, поменьше слухоблудства, скажем так. Я, соответственно, сделаю это видео обязательно, но попозже. Ну вот. Потом напилю видео с мостами, допустим, да, как я видел, как делают мосты, и как их подгонять, чтобы они были у вас ровно-ровно, чтобы не заниматься ерундой, там, постоянно дергать, вот это подгонять, а сделать просто, есть возможность в редакторе правки вот этого всего дела, чтобы у вас линия шла ровно по мосту. Ну и о других, конечно же, вещах тоже поговорим. Я тут небольшой кончик сделал. Вот. Да, сейчас, секундочку. Здесь тоже. Если вы хотите, чтобы у вас были такие гладенькие, да, аккуратненькие, ну, закругленные рельсы, спуски, и плавно выходил. Когда вы кладете рельсы, да, вы должны делать следующее. Ну, вы уже положили все, да, вот этими стрелочками. У вас не будет, как у меня, у вас там будет всего две штуки. Или вы там подгоните все под это дело. А потом, после того, как все это сделано будет, вы выбираете вот этот квадратик с пунктирами. И ведете вдоль вот этого уклона, после чего вы выбираете Smooth Gradient и все, нажимаете. Я не буду нажимать, потому что у меня немножко сейчас, я потом, ну потом если что подгоните просто все это дело у нас свое и все. Тут ничего сложного нет. А про сигналку мы обязательно с вами поговорим чуть-чуть попозже.
Ну, надеюсь, помог, как говорится. Чем смог. Все, всем спасибо за внимание, всем пока.